Делегации из целого ряда регионов юга страны – Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Адыгеи, Ингушетии, Калмыкии – съехались в Волгоград для участия в конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. На обсуждение здесь выносятся наиболее острые проблемы, а также пути их решения. Инициативы парламентариев делегируются затем на государственный уровень и вполне могут вылиться в федеральные законопроекты. С какими предложениями выступали в этот раз, узнавала Мария Иванченко. Свою работу Южно-Российская парламентская ассоциация начала в 2001 году. Это площадка для диалога, где парламентарии южных регионов страны обсуждают наиболее актуальные проблемы и стараются донести их до федерального уровня. Так, депутат Волгоградской областной думы выступил в этот раз с предложением ввести административную ответственность для застройщиков, которые используют деньги дольщиков не по назначению, тратят их на погашение своих кредитов, покупку новых земельных участков, финансируют другое строительство. В результате многие дольщики остаются и без денег, и без жилья. Если есть преступление, то это реализуется в рамках уголовного закона. А вот при выявлении нарушений по отвлечению денег, сейчас нормы, защищающие дольщиков, в административном праве нет. Поэтому вот мы сочли необходимым такую норму внести и установить за это административную ответственность. Эту инициативу члены ЮРПА поддержали единогласно, ведь проблема обманутых дольщиков касается не только Волгоградской области, но и других регионов. Свои предложения есть и у делегации из Калмыкии. Одно из них касается участников Великой Отечественной, которые работали на прифронтовой территории. Они, наверное, заслужили того, чтобы рассмотреть возможность выплаты им двойных пенсий в части приравнять их к другим летчикам, которые получают соответствующие выплаты. Это определенная категория, их не так много осталось. Еще один вопрос, связанный с военной темой, озвучили волгоградцы, и касается он сохранения образцов советского вооружения. Сейчас найденное на месте раскопок оружие передается военным, а затем зачастую просто утилизируется. Члены ЮРБА обратились в правительство страны с просьбой внести поправки в федеральный закон, чтобы оружие времен войны передавалось в музей. В целом же по итогам заседания Южно-Российской парламентской ассоциации депутаты рассмотрели более 40 вопросов. Все они будут вынесены на обсуждение в Госдуму или правительство страны. Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».